Светло и нарядно сейчас в нашем зале. Повсюду букеты стоят. Сегодня на праздник гостей мы позвали. Мы в школу своих провожаем ребят. Мы когда-то такими же были. В школе все было новым для нас. И, конечно, еще не забыли. До сих пор самый первый наш класс. Мы день этот ждали, мы зал украшали, светились гирлянды и много ребят. И даже не заметили, как большими стали. Мы бежим гурьбой веселой по шару. Мы гордимся нашей школой, рады с ней встретиться. Мы хотим скорее учиться, подружиться с букварем. От страницы до страницы мы к весне его прочтем. Будем в школе, как большие, на доске урок писать. Мы заранее решили все отличниками стать. Пусть всегда горит в окне заря, полыха яркими лучами. Пусть летят листки календаря, это значит, что растем мы с вами. Yeah.
азбуки, учить букви будут. Азбуки? А что такое азбука? Да, что такое азбука? Это такие книги, по которым дети учатся читать. Да. А что еще надо, чтобы пойти в школу, а? Да, что еще нужно, чтобы пойти в школу? В школу нужны портфель, ручка, тетрадки, карандаши. И самое главное, желание. Хочу в школу. Оно тебе, Алиса, надо в школу. О, глупеньких буратин, мы и без школы можем обманывать. Слушай, Базилио, это же сколько нужно денег, чтобы все необходимое в школу купить. А у нас всего 5 золотых. Ты в школу хочешь? Я. Ну, тогда тебе 1 золотой, а мне 4. Это так? Почему это нечестно? Ну ты же собрался быть неграмотным. Все равно нечестно, ну так поймай тебя. На плите взлетел петух. Повстречал еще там 2. Сколько стало петухов? У кого ответ готов? Считай. Еще раз слушай, лиса. 3 яблока из сада ежик притащил. Самое румяное белке подарил. Сосчитайте яблоки у ежа в тарелке. И не знаешь, сколько будет 2×2? А вот и знаю. 2×2 – 4. Это знают в целом мире. Правда, ребята? Стоит перед ним. Ты, кто?
Алексей, все тоже незнайка, да незнайка. Да еще и двойки ставят. Учителя какие-то неправильные попались. Учителя неправильные. Сам, наверное, виноват, уроки не учишь. Вот и двойки получаешь. Ага, конечно, не учу, не учу. Вот вы сегодня что ночью делали? Что делали ночью? Спали. А я вот не спал. Уроки учил. Почему ночью-то? Да, дня мне не хватило. Играл долго. Ночью разве что-нибудь выучишь? Ла. А есть такое слово? А есть такое слово? Что-то я не знаю. Нет. Вот надо какую-то ближайшую букву подставить. Вот, посмотри, сколько букв у нас. Подойди, выбери правильную букву. Чтобы получилось красивое слово у нас. Вот. Вот так правильно. И-ко.